пространстве докладывают. Это, короче, наряд на площадь, лучше два. Я не знаю, фемен, что ли? Короче, баба голая. Давайте быстро сюда. Стоять! .543 на выход. Встать! Повторять не буду. Мне плевать, что тебя освободили. Сделаю из твоей задницы джим-джам и накормлю им всю тюрьму. На выход! Чертовы китайцы! Надеюсь, следующая тюрьма, в которую ты сядешь, будет в вашем гадюшнике. У нас тут своих упырей хватает. Приехал. Чего молчишь-то? Чего скрываешь? А где здесь работать будешь? На стройке, что ли? Чего месить-то будешь? Говно? Подумал и всерьез мне челюсть крота, что жить хорошо и жизнь нехороша. Чтоб не третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет. Кругом 500, назад 500. А он зубами, как саблями сучит. Не понял. Это что такое? Штука за километр. Чего вылупился, Синько? Совсем гастеры оборзели. $100, что я сейчас позову вас к себе, а вы откажетесь. А на 200? Ну вы хоть кивните, если слышите, я же так не понимаю. Да ты лезешь, ты что, слепой? Сегодня утром на Красную площадь выехала абсолютно обнаженная девушка верхом на лошади.
Сибири ко мне? Здесь сейчас. Задержали. Представители МВД и ФСО пока никак не комментируют произошедшее. Имя девушки пока также неизвестно. Был ли это знак протеста или некая художественная акция, или то и другое, нам предстоит еще выяснить. Я так понимаю, что сотрудничать вы отказываетесь? Так и запиши. Задержанная на вопросы не отвечает, сотрудничать отказывается. Уже записал. И что мы с этой глазадой делать будем? Отправим в обезьянник, потом в суд. Хулиганка, 15 суток. Под воздействием наркотических средств до полугода, в принципе. Да, наркотических. А ты посмотри на нее. Да, ну тогда оформляй. Добрый вечер, офицеры. Меня зовут Пильский Артем Романович, я адвокат. Вот, пожалуйста, мое удостоверение. Представляю интерес этой девушки. А это что такое? Это кое-какая одежда для девушки. Могу я узнать, почему допрос ведется без ее адвоката? Логично. Тогда еще вопрос. Что вы собираетесь инкриминировать моей клиентке? Хулиганство. Довольно серьезное определение для перформанса, которое, в общем-то, не несет никакой угрозы для общественного порядка, вам не кажется? Для чего? Перформанса. Простите, я забыл сказать. Моя клиентка — это художница-неформалка, довольно известная в узких кругах по всему миру. Появление на Красной площади в таком непотребном виде? Да, кстати, я ее видел. Может, мы все-таки позволим девушке одеться? Итак, насколько я понимаю, причина к задержанию моей клиентки... стала художественная акция, в основе которой аммаж легенды о Леди Годиве, правильно? Каком? Леди Годива. Англосаксонская графиня, жена Лео Фрика Эрл Мерсии, которая, согласно легенде, проехала обнаженной по улицам города Ковентри ради того, чтобы граф, ее муж, снизил непомерные налоги для своих подданных. Налоги? Значит, за политику бухтим. При чем тут политика? Мифология, культурные коды, знаковые системы, семиотика, возможность создания эстетических сообщений на языке Эдема. Что-то сложно. Я понимаю, это сложно. Я, честно говоря, сам до конца не догоняю. Но ведь, если мы не понимаем художника, мы же не можем отказать ему в праве на самовыражение и декларирование своих взглядов на непереходящие ценности, правильно? А она не могла бы демонстрировать свои ценности в другом каком-нибудь месте? В Битцевском парке, например. Да, она тут с голой жопой скачет, а нагибает-то нас за то, что мы допустили. Так, короче, вы пишете штраф и отпустите. Один расклад. Впаяете срок, сделайте мученицы. Вони будет очень много. Я вам как юрист обещаю. Оно вам надо? Слушайте, а можно мне обратно в Кутузку? Ну, посадите меня на полгодика, пожалуйста, а? Всего доброго, господа. Привет. Отлично выглядишь. Не расскажешь, что происходит? Это вместо спасибо? Дай денег на метро. Кир, ты что творишь вообще? Не твое дело. И ты здесь. Чего все опять приперлись? Подожди. Нет, это ты подожди. Что вам всем от меня нужно? Если я что-то делаю, вас это не касается. Я вас не звала, помощи не просила. Хватит за мной таскаться. Вообще ко мне не приближайтесь. Дай деньги. Ну? Привет. Давно не виделись. Как дела? Да, как-то... Да. Поговорили. Ладно, ребят, извините, меня там девушка ждет.
что? Ты издеваешься? Да. Эй, ты куда? Федор, что это вы тут делаете? В смысле, а ты что тут делаешь? Я не понял. Так, во-первых, это не твое дело. Во-вторых, это не твое дело. А в-третьих, букет? Ты что, серьезно? Шоколад и шампанское тоже взял? Все, нашутился, проваливай давай, тебя никто не держит. Да ты что здесь делаешь? Тебя сюда вообще никто не звал. Ребят, ну езжайте уже в Амстердам и узаконьте ваши взаимоотношения, ну. Че? Физики шутят. Так, друзья. Я понимаю, что на нас на всех произвело впечатление появления нашей, скажем так, фэм-фаталь сегодня на площади в обнаженном виде. И мы решили попытать счастье, но мне кажется, что если она позвала кого-то одного из нас, то ну, остальным здесь делать как-то ну, нечего. Вот именно. Да, и поэтому я не понимаю, что вы здесь делаете. Ведь пригласила-то она меня. Артем. Федя. Женя. Извини за все. Ты мне очень нужен сейчас рядом. Приезжай. Понятно. Все, с меня хватит. Она реально уже задолбала. Слушайте, как будто мои мальчики маленькие. Ну, будет круто, если это ее муж, которого она скрывала. Обхохочешься. Привет из солнечного Таиланда. Ох, давно не виделись, а? Хотите верьте, хотите нет, но я зла на вас не держу. Ну, обыграли вы меня тогда, и теперь я здесь. Ну, что было, то было. И знаете, я очень рад, что вы повелись на голую попу вашей подруги. Я пока сидел, я очень внимательно следил за вашими успехами. И я хочу сказать, что вы, ребята, вы номер один, вы лучшие. Я ваш самый большой фанат. И у меня к вам деловое предложение. Вы организовываете мне побег из тюрьмы, в которой я оказался благодаря вам. В конверте вместе с планшетом находится план тюрьмы, информация на охранников, досье на начальника тюрьмы. Ну, в общем, вся информация. Советую четко следовать инструкциям. Мой китаец проследит за этим. Если все пройдет успешно, то я, в свою очередь, возвращаю вам вашу даму сердца. Ну, конечно, конечно. Я вам ее и так верну, если вы откажетесь. Ну, просто не всю сразу. Скажем так, в рассрочку процентов по 10 в неделю буду выдавать. Идет? Вот мразь. Что делать будем? Нафиг мы китайцы отпустили. Ментам же бежать. Пацаны, еще один планшет. Кончились у моих. Дверь до моих помыслов. Привет, бусинка моя. Скучал по мне? Как тебе моя прическа новая?
Я слышал, что вы сам распустились. Зря, мне кажется. С ребятами видитесь, остальными. Интересно, знаете, как у них дела? Вот один, вот второй, вот третий. Живут себе горе, не знаю. А это не приглядывай на меня. Ой, у меня к тебе будет личная просьба. Вот обещаю, если выполнишь, ни о чем больше не попрошу. А если не выполнишь, то я их найду и... Что-то я отупел в этом Таиланде. В общем, ты придумай сама, как мне тебя напугать, ладно? В общем, не в службу, а в дружбу. У меня всего лишь одна просьба. В ближайшее воскресенье в 10 утра проехаться по Красной площади на белом коне и абсолютно без одежды. Я, конечно, понимаю, что это стыдно, но и вы меня унизили, а я тебя. Поэтому будем считать, что мы квиты. Просто сделай то, что я прошу. Я никого не трону. Потому что если ты не сделаешь, то я найду их, выпотрошу, порежу на кусочки, зажарю, съем. И тебя, сука, заставлю есть. Летим в Таиланд. Хорошо, что его Мордовию не экстрадировали. А то я холодезиться боюсь. Значит так, тюрьма находится в районе Нано, неподалеку от реки Нан-Утаризит. А, вот, нашел. Ну и дырень. Ну почему же? Тюрьма Таиланда славится по всему миру своей комфортабельностью и сервисом. Вот, смотри. В общем, Поленский живет со сравнительным комфортом. Хотя европейцу, осужденному на длительный срок, без денег практически невозможно выжить в местных условиях. То есть деньги из него все-таки не все вынули. А вы, Федор, делаете логичные выводы. Вы гостиницу нам забронировали? Неплохо. 5 звезд? А массажистки там все китайские будут? Типа того. Не говорил, что будет легко. Начальник тюрьмы Хэнк Самрин, 55 лет. Как и большинство местных чиновников, коррумпирован по самые уши. Не то, что в России, матушке. Что мешает Полянскому купить его и строить побег? Во-первых, Полянский все-таки знаковая фигура. Если он сбежит, то будет много шума, приедет комиссия и проверит его по полной. Во-вторых, Полянский, видимо, и так платит начальнику тюрьмы за относительно комфортное там пребывание. Какой смысл убивать курицу, которая несет золотые яйца? Кроме начальника тюрьмы, Полянский купил, скажем так, неформального лидера тюрьмы. Типа пахана. Пахан. Просто имя такое тайское, пахан. В общем, если мы сможем проинструктировать Полянского, то он, в свою очередь, сможет воспользоваться услугами этого авторитета. Тюрьма построена лет 70 назад и с тех пор почти не модернизировалась. Нет канализации и водопровода. И как же они... Ведерко, Федя. Ведерко. Это в лучшем случае. Тюрьма построена возле реки Нан-Уатаридит, над одним из ее притоков, который проходит прямо под тюрьмой. Туда они все и сливают. Чем они там занимаются? Работают. Раскрашивают маски Гая Фокса. Кого? Вы, значит, Вендетту видел? Ну. Ну вот и. Это такой бунт против системы. Богатенькие детишки с окупая Уолл-стрит покупают маски по 20 баксов, чтобы выразить свой бунтарский дух. В то время как сотни голодных тайцев за плошку риса в день им эти маски разукрашивают. Ну что, вроде все складывается? Да. Только почему я должен идти в тюрьму? А кому же еще? У тебя опыта больше. И ты самый красивый. Help!
Russian? Русский, yeah. Да? Да. You like it here? Нравится у нас? Nice. Здесь хорошо и тепло, да? Чувствуете себя как дома? Гребаные русские. Чертовы фаранги. Now. Теперь ты у меня узнаешь, что такое настоящее тайское гостеприимство. Слышь, чему, что ты несешь? Я кроме fucking Russians ничего не понял. You're pretty bold. Дерзишь мне? Думаешь, ты смешной, да? Пошел ты! Думаю, неделька в карцере поможет тебе понять, кто тут хозяин. Ты чертовски везучий, Фаранг. Твой соплеменник вписался за тебя и попросил посадить с ним в одну камеру. Это будет ему дорого стоить, ведь я не люблю лишать себя удовольствий. А поглядеть на то, как ты скулишь после недели в карцере, это большое удовольствие. Уведите его к русскому. Гребаные русские. О-о-о! Наша полку прибыла! Привет. И тебе привет, добрый молодец. Ну все, успокоился? Или еще двинешь хочешь? О, зуб-то целый? Целый. Жаль. Где Кира? В надежном месте. Правда, похудел чуть-чуть на скудном пайке, но это даже на пользу фигуре. Тих-тих-тих-тих. Шучу я, шучу. Ну, рассказывай, что вы там придумали? Завтра тебе еще раз морду набью. Так я не против. Это чтобы тебе приятно сделать или для побега? Одно другому не мешает. Ты что творишь, придурок? Глаза разучи, пушилок! Лютик. Это ты мне? Нет, не тебе. Начинай. Уже во дворе, Тём, где ты? Ну, я тебе это припомню. Не представляешь даже, как здесь воняет. Я так понял, ты на месте. Прием. Да, на месте. Какого черта у вас здесь происходит? Заключенные, они подняли бунт. Yeah!
Женек, ты уверен, что эта пилочка для ногтей сгодится? А? Да не переживай, там все ржавое, отпилишь. Твою мать, а? Стратег хренов. Ну, доберусь я до тебя, засуну эту пилочку. Второе и третье подразделение. Срочно во внутренний двор. Не дайте бунту перекинуться в западное крыло. Есть. Прижмите этих ублюдков как следует. Вас понял. Они прорываются, босс. Выпускайте собак. Кормлю им их трупы. Вызывайте войска. Сём, давай быстрее. Да подожди! Заряду установил? Нет! Твою мать ты! Твою мать! Погоди. Отмотай назад. Назад. Стоп. Увеличь изображение. Что за черт? Куда бегут эти двое? Странно, там тупик. Это русские. Весь этот бунт просто для отвода глаз. Срочно отправьте охранников в северное крыло. Господин Самрин, у нас здесь не хватает людей. Мне плевать, выполняйте приказ. Они поняли, прием. Тёма, заряды на месте. Быстрее, можно? Отвали! Давай, 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 давай! Все. Тём, все в порядке? Сука! Прием, Тём. Ага. Полно. Забаррикадируйте наше крыло. Будут ломиться, стрелять на поражение. Они разбегутся до приезда военных. Ну что ж, не нам же их ловить. Доставьте русских ко мне в кабинет. Давай-ка. Так, так, так. Мистер Полянский и его русская подружка. Я вижу, вы совсем не цените мое гостеприимство. Ради вас я нарушил кучу правил. Отдельная камера, минимум работы, самая лучшая еда. Я даже шлюх к вам водил. Кому я видал этих сателлитичек? Вы что-то сказали? Нет-нет, я вас внимательно слушаю. И чем вы отплатили мне за радушие? Попытка побега, организация бунта со множеством жертв? Как же так? Достал, урод японский. На что вы рассчитывали? Отвлечь мое внимание? Хотели уйти по реке? Как? Наш человек должен был заложить заряды с той стороны. Хорошо задумано. Вот только слишком очевидно было, что вы действуете отдельно от всей группы и бежите в глухой коридор. Да, вот только... Что? Вот только, зная ваш откровенно дрянной характер, можно было догадаться, что вы вместо того, чтобы распихать нас по камерам, потащите в кабинет поглумиться. И что? Рика... Действительно проходит под северным крылом. Но вот тут вот. Она делает поворот, и часть реки оказывается непосредственно под вашим кабинетом. Еще не поняли? Позвольте объяснить наглядно. Давай! Тихо!
вы стоите! Папа! Бегом, бегом, бегом! Эй, сюда, быстрее! Мы тебя из тюрьмы вытащили. Где Кира? В Бангкоке? Где? А что ты так удивился? Как будто я сказал, на планете Татуин или в Нарнии. Симоша за ней приглядывает. Приедем к мосту и обменяемся. Все в порядке. Какая еще Симоша? Ну так вы же должны были познакомиться. Это мой сокамерник. Его зовут Симоша. Ну что, куда едем? Бангкок. Свобода! Мужики, заткнись. Слушайте, он всегда такой грубый? Это у него еще настроение хорошее. Ну, серьезно, ну, что мне сделать, чтобы вы мне поверили? Ну, пришлось мне вас напугать, чтобы вы меня из тюрьмы вытащили. Ну, правда, ну, есть грех, соглашусь. Давайте будем друзьями. Ну, правда, я вами восхищаюсь и горжусь. Ну, что мне сделать? Ну, хотите корзину фруктов? Рот закрой. Сначала Кир. В смысле? Сначала она подойдет, потом я тебе отпущу. Все, а то расплачу сейчас. Yep.
сдался вам с тем носом. Других мест нет, что ли? Говорите со мной по-английски. Это было в вашей машине. Что это? Вы казались мне образованным человеком, мистер Консан. Это Никола Тинторетто, Сусанна и старцы. Мистер Консан, разнообразие ради, бейте в следующий раз по яйцам. Что это? Это штаб-квартира компании Минг Синг, которая поглотила компанию S&P Group, мою компанию. И за все это спасибо моему бывшему партнеру, Сергею Сафонову. Слушай, у нас встреча с тайцами. Наши юристы настаивают на разделении уставных долей. Ну, так логично, по налогам. 50% тайцам, 25% мне, 25% тебе. Хорошо, надо дожать. Они почти созрели. Осталось чуть-чуть. Ты в порядке? Ты думал, без меня все замутить? Серега, тебя ждем. Людочка, принесите договора, пожалуйста. Так. У инвесторов 51, у Сафонова 48, у Полянского 1. В смысле? Вы что, меня кинуть хотите? Не понял. Чего ты не понял? Чего ты не понял? Это что, а? Небоскреб они захотели. Ничего ему не переводи. Скинуть меня хотел, да? Он перебрался в Таиланд и работает в этом здании в качестве одного из топ-менеджеров. Он украл мои деньги с помощью этих. Он опозорил мое честное имя и отправил меня в тюрьму. Я планировал ограбить банк, принадлежащий Сафонову, и забрать деньги, которые, я считаю, по праву принадлежат мне. Еще вопросы? И как много по праву принадлежащих вам денег вы собирались украсть из хранилища банка? $150 миллионов. Что вас заставляет думать, что вам это удастся? Потому что я строил это здание. Это был проект всей моей жизни. Я знаю его, знаю устройство банка. Я сам выбирал систему безопасности. И вот они... Они одни из лучших. Можно так сказать, по тайным операциям. Можете судить по тому, как легко им удалось организовать мой побег. Не смей нас втаскивать в это. А вы хотите все здесь сдохнуть? Простите, мистер Консан. Просто они боятся тюрьмы. У меня есть для вас отличное предложение. Вы действительно думаете, что купить полицейского так легко? Нелегко. Мне будет очень тяжело расстаться с $10 миллионами. Но ради вас... 25. Мистер Консан, по рукам. Окей. Хорошо. Не надо думать, что я идиот. Границу Бангкока вам пересечь не удастся. Вы будете постоянно находиться под моим контролем. Знакомьтесь. Барс. Это мой человек из русского отдела. Он внедрен в вашу преступную группировку в качестве двойного агента. Он будет помогать вам по мере возможностей. Но его главная задача – контролировать вас. Одно его слово, и весь Таиланд начинает разыскивать вас, имея приказ стрелять на поражение. Все понятно? Что будет, когда вы получите деньги? Мы неожиданно выясним, что ваш арест был ошибкой. И мы спутали вас с настоящими преступниками. И вы сможете покинуть нашу гостеприимную страну. Сроки? 2 недели. Я не могу придерживать ваше дело вечно. И либо я отчитаюсь о том, что поймал преступников, либо о том, что ошибся.
Добро пожаловать в Таиланд. Какие мысли? Я в этом участвовать не буду. Нас по-любому посадят. Сколько нам дадут за твой побег? Ну, так лет 30. Во втором случае – расстрел. По моему опыту, расстрел гуманнее, так как вас сгноят в тюрьму, потому что у вас нет денег. Но ты можешь ехать домой. Ты же не организовывал мой побег. А то, что тебя взяли вместе с нами, это еще ничего не значит. Ну, может, ты хотел, чтобы мы тебя подвезли. Ты свободна. Правда, Кир? Ну, вообще-то да. Послушай. Ребят, нет. Мы справимся без тебя. С нами все будет в порядке. Слушай, ты сама говорила, что не будешь, поэтому просто лучше поехать домой. Короче, или мы все вместе отсюда уйдем, или никто. Надо собирать информацию. На нижнем этаже здания находится банк, принадлежащий корпорации Минг-Синг. Выше – офисы компании. На верхних этажах – резиденция нашего общего знакомого Сафонова и других чуваков из правления. Ну а на крыше – вертолетная площадка. Хранилище находится на подземном этаже под банк, куда ведет отдельный лифт. После этого деньги должны провести по отдельному коридору во внутреннее помещение банка. Там замки с цифровыми кодами, и доступ посторонним туда строго воспрещен. После этого деньги должны спуститься вниз. Хранилище? Нет. В счетовую. Счетовая – это такой промежуточный этап между лифтом и хранилищем. Она отделена армированной клеткой, и открывают ее люди внутри. Что это за люди? Упаковщики. После упаковки деньги попадают в хранилище, отделенное стальной бронированной дверью. Естественно, все просматривается камерой. В зале слежения всегда есть один смотрящий, и они открывают дверь только тем, кого они знают. Не счесть алмазов каменных пещер. Кстати, для справки. Миллион евро – это где-то 2,5 килограмма. Миллион долларов – 10 килограмм. Поэтому, естественно, сначала набираем красненьких, а потом зеленых. Вопросы? И как нет, вы… Нет, если это вопрос типа «и как мы это все сделаем» и тому подобное, то я не знаю. Надо искупаться. Что? Ну, море же у вас здесь есть какое-нибудь? Я когда в тюрьме сидел, я размышлял. А что будет, когда мы с вами встретимся? Что я вам скажу? Как же я злился на вас сначала, ребята. Пытать вас хотел, мучить. А потом вдруг столкнулся с мыслью, что я, наверное, впервые в жизни выспался в камере. Мысли стали в порядок приходить. Жизнь вообще как-то улучшилась. Я как-то вообще так выдохнул. И если бы не вы, ребят, то вся моя жизнь была бы вот бабы, кокс, ты кого-то кинул, тебя кинули. Нервы, нервы, нервы. Не стоит благодарности. Ну так сидел бы и выдыхал дальше. Так нельзя всю жизнь выдыхать.
Я вам на этом самом месте обещаю. Вынем из Сафоновой деньги, большую часть я вам отдам. Мне только нормальный документ исправить. Улечу на Гуа, куплю домик у моря и буду карму исправлять. Жизни не хватит. А у меня их много. Ну, а у вас что? Вы о чем думали, когда все это начиналось? О справедливости? Мир, наверное, хотели спасти. Не твое дело. Ладно тебе, а? Мы теперь в одной лодке. Мне это важно было. Да мне тоже важно. Но если бы не Кира... Да нет никакой справедливости. Выдумали слово, чтобы оправдаться, когда убить или ограбить кого-нибудь нужно. Вот посадили тебя тогда. Что, мне лучше стало от этого? Мир нет, а я да. Так, это получается все ради нее, да? Ну, она в курсе? Ну, вы ей говорили об этом? Она кого-то может выбрать из вас троих? Она выбрала. Так, и кого? Никого. Из нас никого. Вы знаете, что я вижу? Я вижу надежду. А это самое отвратительное человеческое качество — надежда. Я когда сидел в тюрьме и надеялся сбежать как-то, это было адом. Каждую секунду, каждый день. И как только я это отпустил, как только понял, что никуда оттуда не выйду, успокоился, вот тогда стало очень просто. И буквально через неделю пришло понимание, что вы-то меня и вытащите. К чему ты клонишь? Вам надо все проговорить четко. Да, да, нет, нет, любит, не любит. И отпустите ее. И всем будет легче, ей и вам. Слушай, это не твое дело. И не тебе сюда лезть. А он прав. А что? По-моему, пора с этим заканчивать, нет? Так будет лучше. Давай действительно возьмем и спросим, кого выберет. Давай. Прямо сейчас. Давайте. Сейчас он выйдет. Из пены морской. Спросим. Короче, кажется, я знаю, как нам достать деньги из этого банка. Что-то случилось? Не, ничего. Давай, рассказывай. Надо будет достать инкассаторский фургон. Жень, ты сможешь подключиться к банковским телефонам и системам кондиционирования? Попробую. Значит, сможешь. Нужно будет пару миллионов бат. Мне как раз осталось на черный день. И еще нам... Нам придется нарушить законы физики. Ух ты! И что ж ты придумала? Нам придется отвлечь внимание всего здания. Сделать что-то совершенно невозможное, как если бы сейчас пошел снег. Алло, это инкассаторская машина 7413? Да, 7413. Слушаю вас.
Машина выведена из строя. Приехать в назначенное время не получится. Причина? Ну какая причина? Да черт его знает, хулиганство. Я вас понял. Будьте повнимательнее сегодня. Как-то это все подозрительно. Хорошо, вы тоже. Новенькие, что ли? Типа того. Англичанин? Русский. Понаехали гастарбайтеры. Рабочие места у нас отбирают. Да не говори. Скоро слово по-тайски не услышишь. Точно. Извините, могу ли я воспользоваться уборной? Что? О чем это он? Туалет. Туалет. Что, опять туалет? Я здесь ни при чем. Это все из-за вашей кухни. Туалет? Да. Вам туда. Спасибо. Кухня ему наша не нравится. Понаехали. Какой наркоман вам алфавит придумал, а? У меня приятель лет 10 назад учился в российском институте. В общем... Это у них называется селедка. Да ладно, это еще цветочки. Они берут кусок жира со свиньи, засаливают и едят сырым. Да-да, я тоже видел. Жуть. Что вы здесь делаете? Простите меня, пожалуйста, я просто дверью ошибся. Это... Что? Знаете, я просто ошибся дверью. Ничего. Вы знаете, мне всегда нравились азиатские девушки. Наверное, это во мне мои татаро-монгольские корни говорят, как вы думаете? Эй! Что там твой русский? В обморок упал, что ли? Куда он денется? Придет сейчас. Я лучше пойду проверю. А вот он идет. Чего такой счастливый? Неделю не гадил, что ли? Чего стоим? Пошли уже. Жень, выключай. Подключаю. Господа, у нас на монтаж и доставку меньше 15 минут. Нужно поторопиться.
Что у вас там творится? В смысле? В смысле? Кондиционер работать перестал. Да ладно, правда? Как тролли в подземелье, свет белого не видим. Теперь еще и кислород нам перекрыть решили. Сейчас поднимемся и разберемся. Уж разберитесь там. Слушай, все, я так больше работать не могу. И что ты предлагаешь? Пошли отсюда. Пока кондиционеры не заработают, я сюда не ногой. Правда, пошли. Куда же ты? Все, не морочь мне голову. Мне еще остальным еду разносить. Ты знаешь, мне кажется, я ей не нравлюсь. Попробуй открыть дверь. Пойдем. На камерах уже должны были отрубиться. Начинаем. Барс, они звонят по поводу лифта. Готов принять звонок? Компания «Дау Лифт». Чем могу помочь? Вас беспокоит из банка «Минсин». Наши лифты находятся у вас на обслуживании. Да-да. Какие-то проблемы? Да, сломался один из лифтов. В башне или в хранилище? В хранилище. Хорошо, наши люди будут через несколько минут. Спасибо за звонок. И все равно точку. Привет. Лифтеров вызывали? Вызывали. Я по-тайски не понимаю. У нас европейская компания. По-английски кто-нибудь понимает? Хорошо, я вам покажу. Вот. Дальше мы сами разберемся. Не мешайте. Хорошо. Спасибо. Женя, дружочек, включай. Включу.
Ты обворожительна, Кира. Давай быстрей. Соскучился? Ужасно. Когда ты сказала, что нам нужно будет нарушить законы физики, что ты имела в виду? Нам нужно будет отвлечь внимание всего здания. Сделать что-то совершенно невозможное, как если бы сейчас пошел снег. Thank you.
понял. Черт, взял специально для тебя. Помялся, правда, немного. Не нравится? Другого не было. Идет. Удивлены? Если честно, не очень. И что теперь? Преступники, оказавшись на крыше, что-то не поделили и устроили перестрелку. Видимо, кто-то успел уйти с деньгами. Мы обязательно займемся их поисками. Понятно. Если вы догадывались о наших намерениях, почему никак не застраховались? Кто вам сказал, что я не застраховался? Не понимаю. Извини, это слишком сложно для тебя. Все, Симош, ты крутой, он крутой, мы поняли. Но мы торопимся. Принеси бензин. Зачем ты его убил? А что мне было делать? Либо он нас, либо мы его. Держи. Сними наручники. Быстро. Ты что делаешь? Это наши деньги! Это наша страховка, идиоты. Единственное, чем мы можем угрожать Консану теперь, это сожжение всей суммы. Где же он? Не знаю, уже должен был быть. Вашу мать, что тут происходит? Что? Вы попытались отжать у нас все наши деньги, но у вас не получилось. Пожалуйста, положи ствол на землю, пока я не спалил к чертовой матери все деньги. Вы останетесь без денег, с трупом оперативника на руках. Ни карьеры, ни благосостояния. Что вы хотите? Это я вас нанял, чтобы вы нас арестовали и заставили этих молодых людей грабить банк вместе со мной. Мы договорились, что вы заберете свою долю и улетите. Вы хотите пересмотреть наши договоренности? Нет, не хочу. Сделка в силе. 25 миллионов, и вы свободны. Так-то лучше. Пожалуйста, брось ствол на землю. Вы ведь понимаете, что если со мной что-то случится, вы не сможете покинуть Таиланд. Понимаю.
я и не собирался его покидать. Ты что делаешь, а? Мы же без него не улетим. Старик. Старик, ты, главное, не горячись. Мне иногда кажется, Серега, что ты псих. Я умею управлять гневом. С тайцами закончу и уеду. Может, я сам с тайцами. А что такое? А? А что такое? Не нужен стал больше, да? Завязывай, Серега, завязывай. Нет тебе! Не дождешься, понял? Держите. Ты знаешь, Боря, я вообще люблю хорошие финалы. Значит, ваша сделка все-таки состоялась, да? Я тебя умоляю. Кто им построит такой небоскреб за такие смешные деньги? Как-то не так все пошло. Thanks, Симош. Спасибо, Симош. Ступай, дружище. Лифт в хранилище работает. Возьмешь себе там сколько захочешь. Увидимся в следующей жизни. До свидания, учитель. Что такое? А? Что, из-за него? Да бросьте, ребят. Что? Дрянной человечишка. Вся его жизнь была только деньги, деньги и деньги. Я помог ему. Правда? Я спас его. Пожалуйста, отпусти нас. Милый мой, ну, конечно, я отпущу. Конечно, я отпущу. Только, пожалуйста, не плачь, ладно? Я так не хочу, чтобы ты страдал. Знаешь, а ты уйдешь отсюда. Но с человеком, которого ты действительно любишь. Держи. Держи! Держи, 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 держи. Я хочу, чтобы ты сама выбрала. Двое останутся здесь, а одного ты спасешь. Видишь вот это? Если я отпущу эту кнопку, пару этажей как не бывало. Я там подожду. Прошу, чтобы не мешать. Давай, смелее. Уйдет один. Давайте я останусь. Я останусь точно. В любом.
Нет, вы что, я тоже останусь. Давайте, давайте тогда, ну, кинем жеребий. Ребят, вы чего? Нет, Кир, ты все слышала. Либо ты, либо мы все, либо кто-то из нас. Это все просто, это математика. Нет, 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 вы чего? Нет, так не может все закончиться. Почему вы вспомните, где мы побывали? Вы что? Ты же умный, Женя, ты же все время что-нибудь придумываешь. Артем, ну ты такой, ты тоже все время можешь выкрутиться. Петя, ну ты придумай что-нибудь, ты же сильный, Петя. Пожалуйста. Хреновин у него в руке. Это что такое? Это обычный радиоуправляемый передатчик. Какой у него радиус действия? Метров 200-220. А вот эта крыша, на которой мы стоим, какая у нее высота? 250 метров. Ну что, выбрала?